создатель самых красивых условий на Клизмерском фестивале. А так тоже можно? Да, если провести конкурс на обладателя самых красивых и потрясающих усов, это будет вот этот человек. Потрясающих чего? Усов. А, усов, да. Потому что его усы, это нужно показать. Это главные усы фестиваля. Главные усы фестиваля. Точно. Нужно показать их как-то так сблизи. Он играет не только на пианино, в данном случае на клавиши, но и на скрипке. Да и как? Даже больше. Столько свадеб, сколько человек и концертов сыграла бы, даже и она. Я знаю, даже он играл перед императором и перед королевой. С императором чего? Императором Японии. Фусико Накамура. И просто ради бога, ребята, что за бред у вас? А также королева Великобритании Елизавета. Елизавета Абрамовна. О, Клавка приехала. Кларка приехала. А, давайте покажем. Теперь покажем этих организаторов фестиваля. Давай. Организатора фестиваля. Клавку найдет на организацию. Приехал на перекладных, на собаках. Через через Новосибирск. Люди преодолевают непреодолимые преграды. Я не знаю. Давай. Да. Да подожди. Но я же это. Это я. Ты видел, да? Когда был на Невском. Да. Шоу-концерт. Я хочу показать пролетающую мимо Танечку. Анечку. Пропала? Анечка пролетела и пропала. Только благодаря ее хрупким и чутким рукам можно. Все сыты. Ну ее туда и бесполезно. Мы ее еще покажем неоднократно. Так. Ну что, я думаю, что не стоит тратить нам нашу эту. Да, давайте. Мы еще будем снимать же этот. Сюда жми.